Я по-хорошему бы хотел, чтобы у нас, как в Москве, приняли такое решение наверху ГИБДД, чтобы по фото-видеофиксации вас наказывали, то есть штрафы и там все прочее, чтобы вы так себя не вели. Ну, вы знаете, что это не проезжая часть, да? Это проезжая часть, это дорога, дорога общего пользования. Это не дорога. А что это такое? Это не дорога. А что это такое? Это место стоянки для служебного место транспорта. Место стоянки, вот она. Для служебного Подождите, транспорта. Вы не путайте. Стоянка, вот, есть у нее вот такие... Знаете, можно докопаться до любого, вообще, до любого момента. Ну, да не надо меня снимать. При чем здесь докопаться-то? А что, реально? Не хотите, чтобы снимали? А? Ну тогда не разговаривайте со мной. Так вы тогда идите с миром. И все. Ну я иду с миром. Все, до доброго. Свидания. Можете ее перепарковаться? По правилам. Что трогаешь? Заяву на тебя напишу, блин. Смотрите, он у меня хотел телефон. Телефон у меня упал, хорошо, хоть не разбился. На вас заяву напишу, то, что вы мое имущество пользуете. Напишу на тебя, блин. Вот наши доблестные водители. Чего? Гражданин Российской Федерации. Фамилия, имущество. А какая вам разница с фамилией, имущество? Что, вы кто, полиция или кто? Я смотрю на вас, вы вообще, по-моему, на гражданина Китая похожи. Так вы тоже похожи? Вы на корейца похожи вообще? Да, но у меня машина. На северного корейца. И что? Нет, это вам дает основание нарушать, что ли? Нет, вы-то кто? Я гражданин Российской Федерации, я же вам повторил. Паспорт покажите. Ну зачем? Ну, для чего? С какой целью вам показать паспорт-то? Вы подошли ко мне, стучитесь, кого вы будете. Ну я просто говорю, что вы нарушаете ПДД. Почему я нарушаю? Я же еду. Правила дорожного движения нарушаете. Я остановился, вас пропускал. Ничего вы не остановились, меня не пропускали, я стоял там. Угу. Вот смотрите, ребята. Смотрите, как стоит, да? 5 метров должно быть пешеходного перехода.